Эта традиция не церковная, она народная. Поскольку при крещении принято считать, что омываются грехи, вот, то люди пытаются это повторить. И вот с погружением в святую воду, как бы омывая себя, душу свою. Сам день крещения нужно обязательно посетить службу. Но поскольку скоро у нас освящается вода два раза в год, 18 января, в сочельник праздника Богоявления, и 19-го, то можно прийти и на службу 18 января, посетить ее, помолиться, получить в руки святую воду, пойти домой. Но также нужно посетить и праздник 19 января, после которого тоже будет совершаться освящение воды. Очень важно в этот день попросить вот именно о том, чтобы нам быть всем вместе, то есть сблизиться друг с другом, поскольку крещение как таковой праздник, да, вот для каждого христианина, когда мы принимаем крещение, мы становимся частью церкви. И вот этой разобщенности вот не должно быть в нас.